Добрый день всем. Мы с Иванычем приехали на рынок. Сегодня выходной. У нас завернул такой холод. Я в футболке, но без рукавки. Я замерзла, как Бобик. Хотели после рынка сразу уехать на дачу. Но сейчас вернемся домой, потому что сделали кое-какие покупочки. И на дачу таскать это нецелесообразно. Вот именно. Туда-сюда. Вот именно. Купили абрикосы. По 150 рублей у нас абрикосы. В одном месте спросили, ташкентские, в другом. Точно такие же абрикосы по такой цене, армянские. Но будем, как сказать, думать, что со Средней Азии. Предлагали мне попробовать, но я же не буду грязные есть, конечно. Она, наверное, знала, что я не буду грязной есть. Вот нам теперь нужно купить апельсины. Мы взяли, ну, 3 с лишним килограмма, 3300, что ли, где-то. И нужно сейчас... Здесь мы на рынке не нашли апельсинчиков. Сейчас мы в магазин заедем, купим. Да не обязательно сейчас, да? Конечно. Вот. Я даже губы забыла накрасить. Сейчас накрасишь. Сейчас накрашу, да. Сейчас... Обязательно кофту одену с теплым рукавом. Замерзла. 20. Сколько, Сашка? 19 градусов, представляете? Я говорю, у нас только огуречки это вылезли новые, которые мы посадили, а тут такой холод завернул. Но вроде как с завтрашнего дня потепление. А, наверное, второй или третий день такие ветра вообще. У нас, я говорю, даже качалку на баню откинула. Сейчас мимо проедем, посмотрим, где Иваныч у нас работает. Дома покажу, что на рынке купили. Небольшие покупочки такие сделали. Холодновато, да. Все тепленькие кофточки одели. Машин вроде много, да, людей не очень. На рынке, я имею в виду, что-то строят новое. Дом, что ли? Или магазин какой-нибудь? Магазин вот стоит. А он рабочий? Рабочий. Вот сейчас с левой стороны. Вон моя будка. Да ты что, вот это твоя будка. И вот тут... Газовый агрегат. Все понятно. А будка такая, ты там умещаешься, что ли, Саша? Иван стоит же. Но это ненадолго. Он одежурит вот день-ночь. Плохо спит там. Утром при ходе приезжает домой, когда у него начинаются головные боли. Пьет пентальгин. Потому что не досыпает, видимо. Без конца тревожится. И все, и целый день у него потерян. Он ходит такой, такой туда ходит, сюда ходит. Прострация. Да, но второй день вроде более-менее оклемался, опять идти на работу. Как бы, вот знаешь, лучше бы, наверное, вот как сутки через трое, да? Ну, сутки через двое. А я и так сутки через двое. Ну, нет. Как или это? Ну, а как через вот? Трое, не, да. Саш, как раньше было? День, ночь, отцепной... выходной. В обуви. Вот так, вот так. Но никто же так не сделает. Ладно, немножко вот поработает. Внуку на день рождения заработал. Ну, заработал внуку на день рождения. Молодец. Сегодня будем поздравлять внука с днем рождения. У него было вчера, но вчера они сами погуляли своей семьей. Каждый в своей компании. А сегодня мы своей семьей соберемся на дачу. Посидим, поздравим его. Вот что купили на рынке. Абрикосы 150 рублей. Не знаю. Не знаю, армянские, ташкентские, не знаю. Окуньки морские хорошие очень. 450 рублей килограмм. Вот за молочку я отдала 350 рублей. Из них вот ряженка, топленое молоко, вот это вот, стоит 80. А вот это сколько, не знаю. И внутренний сал Санек купил. Сегодня будет готовить плов. 16 рублей.
Вот сейчас абрикосы дома оставим. Высыплю в тазик. Завтра все равно приедем. Буду готовить абрикосовые варенье с апельсинами. Я тут, а? Да плюхни все, что ты. Нельзя. Ну да, мешай. Я и мешаю. Да что же мне? Видишь, как уже сразу схватилось. В баню не хотят. Не хотят, я уже прошу. Ну и ладно. Ну а какая баня, я? Ветер заколебал. Вы не поверите, я в куртке и в теплых штанах. Холодрыга. Поливаю. Все занятые, одна я вот при исполнении. Всем не до огорода. Каждый занимается своими делами. Розовая Катя, ну чудо. Всем советую. Розовую Катю. Розовые маленькие помидорки. Вот два куста. У меня здесь рядышком прям растут. Посмотрите, вот там сколько помидорок. А некоторые томатики вот начинают портиться. Листочки. Почему-то. Катя! Собираемся праздновать Димин день рождения. Катюшка наготовила вкусняшек всяких. Шашлык пожарили. Сейчас пойдем у Иваныча проверим, что там у него. Иваныч, показывай. Меня? Да. Горячий, смотри. Чего тут горячий? Ну, поджог, да. Поджог он там. Я вытащил оттуда, снизу. Ну, снизу, да. Санек, да. Ой, ну вкусно пахнет вообще. Я уже жрать хочу. Вон, видишь, она прям развалилась. Угу. Чудо, развернулась и упал тут. Вот такие вот колбаски делают из индюшки. Мамулька! Мы тебя поздравляем с рождением сыночка. Пришел. Спасибо. Давай кофту одевать будем. Да кофту. Еще не холодно. Да что, потом что ли будем? Потом замерзнет, оденем. Не замерзнет, не оденем. Ух ты! Что, найди, это его снять. Привет! Синий. Мама, где поводок? Поводок.
Сейчас найдем. Проходите, гости дорогие. А ты что их оставил в тот раз? Как оставила? Я принес, она, это. Ты что? Ты мне дал, я выбрала, съела и ушла. Вот, это Катюшка соскряпалась. Конечно. Ой, да ты умница наша. Ой, блин. Смотри, осторожнее. Да тут стоял у нас стол. Мы решили большой поставить, чтобы удобнее, а то вечно с этим столом маленьким. Вот такой плов у Иваныча получился. И будем как узбеки. Вот этот. Середку ставим и говорю, как узбеки, вот так берешь и ап. Ладно. Любовь. А то плов остынет.